Всем привет! Сегодня я расскажу, как играть на картах с захватом точек. Контроль точек – это режим игры, при котором, чтобы победить, вам не просто надо убивать врагов, но и захватывать и удерживать точку. На некоторых картах их целых три. При захвате точки одной из команд, она светится синим или красным. В зависимости от того, какая команда ее удерживает в данный момент, ей начисляются очки каждую секунду. В игре всего 5 карт с захватом точек. Европа площадь, Дикий Запад, Атриум, Тропический остров и Большая ферма. Для того, чтобы вам научиться лучше играть на таких картах, я дам вам несколько советов. Не стой во время боя, если точка захвачена не вашей командой. Я говорю про ситуации, когда игроки зачастую стоят на разных позициях и ждут, пока появится враг. Но как только у тебя появилась возможность встать на точку, вставай. Тут не нужно ждать, пока появится противник. Если ваша команда захватила точку, сразу занимай удобную позицию, чтобы оборонять ее. А еще можно начать атаковать противников на их ход, то есть встречать ближе к их респауну, тем самым не давая врагу захватить точку. Играя в команде, определите тактику. Или вы все вчетвером бежите на одну точку и захватываете поочередно все три, либо по двое на разные две точки. В общем, вариантов может быть множество. Итак, мы рассмотрели три основных пункта, как играть на картах с захватом точек. В следующем видео я покажу на примере полного боя, как проходят бои с захватом точек. А если видео тебе было полезным, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока!